Пощады не будет. Усилить контроль не только за количеством, но и за качеством работы призвал губернатор сотрудников Следственного комитета. В областном управлении подвели итоги не только за год, но и за 5 лет существования ведомства как отдельной структуры. Николай Меркушкин напомнил, главным принципом работы должна оставаться неотвратимость наказания. А пока по показателям раскрываемости преступлений Самарская область в числе отстающих регионов. Зато уровень криминализованности один из самых высоких по стране. О статистике, которой не рады, в нашем материале. На расширенном заседании коллегии подводят итоги не года, а первой пятилетки. По раскрываемости тяжких преступлений регион на 3-м месте. С конца. Растет и количество обращений от населения, причем все чаще пишут во все инстанции. До президента. Виталий Горсткин призвал коллег лучше работать и не дотягивать до скандала. А примеров, когда люди в погонах предстали, мягко говоря, не в самом лучшем виде, в том числе и в интернете, только за последние полгода достаточно. Оглядывайтесь на все 360 градусов, когда вы работаете. Знаете, что никогда ничего не пройдет просто так. Вокруг следователя я тривиальные истины вам напомню. Это и прокурор, это и адвокат, это и судья, это потерпевший и обвиняемый. Плюс средства массовой информации. Ничто не пройдет. Запомните. Условия для работы есть, технически обеспечены все отделы, есть собственные помещения. А главное здание в Самаре давно нуждается в реконструкции. К тому же является памятником архитектуры. С этой проблемой руководитель Следственного комитета области обратился к губернатору. Николай Меркушкин обещал подумать и принять меры. Что касается качества работы структуры, подчеркнул, контроль необходимо усилить. Задача стоит очень и очень непростая перед вами. В центре, в Москве, область характеризуется как наиболее криминализированная. У нас на душу населения больше всех практически организованных, до сих пор зарегистрированных в центре организованных преступных формирований. И понятно, когда эти вещи уже в ряде регионов или в большинстве регионов пройденный этап, а мы топчемся на месте, неотвратимость наказания – это главный принцип наведения порядка или правильного поведения людей в обществе. За вклад в дело борьбы с преступностью особо отличившиеся, на этот раз уже в хорошем смысле этого слова, получили почетные грамоты от губернатора и благодарность от полпреда президента ФПФО. Татьяна Потоцкая, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.